Привет, революционеры. Какой-то сбой у меня странный возник. Место не должно было считаться в Google диске, в Google фото. У них как бы объединено фото и видео в Google диск, Google фото в качестве пережатом не считается. А в оригинальном, например, битрейт какой-нибудь большой, оно считает место, а места мало, например, там 15 гигабайт. Один ролик может занимать 5 гигабайт, это всего лишь 3 видеоролика. И у меня не считал место, а потом почему-то стал считать, но я не вижу этих файлов больших. Я бы их удалил, либо перекопировал, но я просто их не вижу. Ну, как я подозреваю, это последние ролики мои видео. Потому что я особо больше ничего не гружу. Ролики, видео. Что у меня еще грузить? Какие-то файлы большие. Ну, там места мало в Google диске. Что я туда могу вообще загрузить, если у меня, например, 5 гигабайт свободных. Кроме фото, видео, архивы своих документов. Нет, опять же, у меня никаких таких больших каких-то документов, что-то файлов нету. Не знаю пока, как с этим разобраться. Надеюсь, потом разберусь. Так. Ну, там в настройках Google диска должен показывать, какие файлы занимают место. Он их не показывает мне. У меня там пусто. Но что-то место занимает. Обратиться некуда. Поддержки на русском языке нету. Есть поддержка только на английском языке. Ну, может, туда надо написать. Я не нашел, где там еще на английском поддержка. Так, ну, обзор еды дешевой, дешевенькой. Помидорки я уже показывал. Российские помидорки 30 рублей. Ну, иногда 29, там 35, ну, там около 30, огурцы 42-45. Это такие уже старые, валялись, которые помятые. Это вот еще кое-как я отобрал. А так они, ну, сильно вздувшиеся, там уже вздувшиеся совсем. Я даже не пробовал. Ну, вроде нормальные, не желтые. Там много желтых огурцов. Огурцы, в общем, дорогие. Там 70-80. Ну, в хорошем виде, в таком свежем, зелененькие, блестящие. Шли даже там 100 рублей. Это летом вот нормальный огурец 100. Чуть ли не там даже 120-130, там вот всякие высушенные желтые, да, подешевле, но толку от них тоже не особо много. Блин, цветок. Цветок вроде сдирал. Ну, в старых они еще цветки вот такие вот темные. Это же желтый цветок, а он уже таким темным становится. Так, ну, в общем, все понятно с огурцами, с помидорами. Ну, более-менее цена. Ну, на помидоры вообще отличная цена, я считаю. Никто, наверное, даже сам, ну, если будешь возиться, не вырастешь по такой цене. Сколько ты будешь возиться, а у тебя получится по такой цене? Вряд ли. Вполне нормальный. И по вкусу нормальный. Так, отвлекся я от съемок. Ну, сейчас делают паузу почти что везде при съемке ролика. Можно хоть паузу нажать.
И еще я купил абрикосы 50 рублей. Это как бы дешево, они 100, там 120 где-то стоят. Ну, может, они незрелые. Не просто так же цену снижают. Сейчас посмотрим. Я даже не пробовал. Не, нормальный, вполне нормальный абрикос, 50 рублей. Ну, немного такой помятый. Ну, немного кислит, ну, как бы, если был бы сильно спелый, развалился бы, наверное, сойдет. Так, сейчас. И вот эти вот нектарины. В двух местах я купил. В одном 75, а в другом было 50 или 55, но намного дешевле. То есть рядом ларьки 75 и 55. 55 это круто, но они же лучше яблок, а цена 55. Ну, я думал, что 75 дешево. Оказывается, 55 бывает. Вот эти вот. 55, эти 75. Сейчас попробую. Ну, вполне, вполне нормальный. Может, немного кисловат. Так. Ну, я не буду другой пробовать. Потом попробую. Думаю, вполне нормальный. По виду нормальный. Так, а что-то мне... Он начал ролик. Я ничего не понял. Оборвал ролик, телефон. Просто я поставил 4К 60 кадров, самое максимальное разрешение. И я думал, он может снимать, ну, хотя бы полчаса. Он что-то оборвался. Значит, как проблема какая-то с 4К. Не так просто снять. Хотя давным-давно уже телефоны снимают. 30 кадров. Тут я 60 поставил. Не знаю. Надо побольше снимать, наверное. Потом узнаю. Оборвался, короче. Минут через 5-10 ролик. Не понимаю, с чем это связано. Не нравится мне это, конечно. Я думал, сейчас уже любой средненький телефон записывает 4К. А 30-60 кадров, ну, я не думаю, что так это существенно. Так, сейчас пока записывает, блин, вот постоянно. Надо же теперь следить, надо, чтобы запись не прерывалась. Так, ну, я, в общем-то, все уже рассказал, показал. Только огурец надо этот мятый белорусский попробовать. Ну, чувствуется, что кислит немного, что уже повалялся долго. Не стухший, но кислинка идет. То есть он старый, старый уже, естественно. Ну и по виду это видно. Так, вот теперь все.
До свидания. Так. Всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Государство долой. До свидания.